Я пока открою вот этот вот пак на 6000 этих очков Division Rivals. Что тут может выпасть, я не знаю. Может ЛЧ. ЛЧ. Ну давай, прогружайся быстрее. О, пошла жарища Франция. ЦЗ из Барселоны. Кюнде? Ага, 86. Ну, хоть 2 ляма стоит. Неплохо. Тоже вот такой вот пакетик открою. Волкаут однозначно будет. Испанец. СП. Из Барселоны. Чё? А можешь мне тупо игроков Барселоны собрать? Ну, начнем с этих. Десятка наборов. А стандартный номер раз. 300 тысяч монет. Панакен из Брюгге. А, Люс Данк. И дальше уже не интересно. Next one. Опа, опа. Walkout LC. Швейцария за... ЦЗ, а кто там из них? А, Фабиан Шер. Ну, хотя бы волкаут есть, уже неплохо. Как эта фамилия читается? Хёмёлёйнен. А, дальше. Тут опять 300 тысяч монет. Ну, хотя бы спасибо за то, что не 15 тысяч монет. Опа, вот еще один волкаут. ЛЧ. Итальянец. Вратарь. На... А, Лацио. Провидель. 85. Ну, кстати, неплохо. А вот тут уже волкаут. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вонючий логодром, где падает бразилец, сопник. Фернандо, который у меня падает второй раз. Пятьдесят тысяч монет выпало. Я хотя потратил 1250 самиков. Волкаут. Спасибо хотя бы на этом. Португалец. Сопник. А кто там сопник? СПС. Данил Пере. Подожди. Конечно. Мы же не знаем, что такое 85-е рейтинги. И мы же не знаем, что такое. Как можно отсюда выбить Холланда, Беллингема, Левандовски и подобных. Да, пожалуйста. Последний. Подожди. 3 с лишним ляма, кстати. И, по-моему, вот это вот бесплатный игрок из волкаута. Поехали. Ну, вот тут уже не знаю, на что можно рассчитывать. Испанец. Чё, опять этот Гави? Они даже не парятся. Тупо дубликатом кидают игрока, который стоит 5 мультов, и все. Волкаут, разумеется. ЛЧ. Португалец, столько нет соп. ЦЗ. Пепе. Опять эти вонючие минималки.